Следующий этап – строим крышу. Для этого нужно закрепить мурлат. Мурлат у нас 150 на 50. Будем крепить через пенофол, чтобы под ним не продувалось. В общей сложности пиломатериала 13 кубов. Это перекрытие, стропила, подшивы верхние и нижние, обрешетка. Все, что связано с деревом. Балки перекрытия 200 на 100. Расставляем через 59. И вот на этом моменте можно сэкономить. Если второй этаж нежилой, перекрытие будет держать всего лишь утепление, нижний подшив, пролеты здесь 4,5, не больше 5 метров, подойдет доска 50 на 200. Крыша двухскатная, фронтоны доделаем из пеноблоков. Балки перекрытия выпускаются за стену на 60 сантиметров, это будут вылеты крыши. Все балки соединяем лобовой доской, тем самым создаем жесткость. Получившийся зазор стена-балка, вставляем изолятор, заглушки ставим на этот изолятор, тем самым исключаем поддув ветра в утепление. Дальше продолжаем строить крышу. Для этого в стенах делаем углубление, куда встанет балка, натягивается шнурка, под эту шнурку вставляем стойки и устанавливаем подконковый брус. Дальше ставим две крайних стропила, натягивается шнурка, делается зазор 4 мм и расставляем все стропила. Перед установкой затяжек боковых накладок стропила лучше посередине вытянуть доской на ребро, выровнять тем самым плоскость. И дальше раскрепляем крышу. В нижней части в районе мурлата делаем накладку, тем самым с носа давление переносим на сами стены. В верхней части сшивается накладками с двух сторон и затяжки ставим с одной стороны. Определяемся с высотой. Подконковую балку, стойку и лаги пола соединяем с помощью скоб. Утепляем трубу 50 сантиметров, закрываем USB плитой и параллельно делаем вытяжку из чердачного помещения в этой же трубе. Теперь приступаем к монтажу обрешетки, контрабрешетки, пленки. Формируем подшивы и чтобы не собирать леса, не придумывать, делаем пластиком сверху вниз. Трубу обносим доборами, закрываем железом, ставим колпак, делаем кровлю. И вот нам остается повесить в досточную систему и сделать утепление крыши, поставить перегородки. А так еще отопление, свет, газ, водопровод, внутренняя отделка, наружная отделка, еще много-много всего. Всем пока, до новых встреч!